days. Вам не кажется, что мы знаем друг друга уже минимум неделю? Do you feel like we know each other for a week already at least? Скажите, пожалуйста, что самое важное вы поняли за это время? Что? Please tell me what's the most important thing that you understood during this time. What's the most treasure that you understood? Я поняла, что неважно, как люди к тебе относятся, но всегда относись к людям с добротой. Неважно, какая будет реакция, но твоя реакция всегда должна быть одна и та. Господи, Наташа, дай вам Бог помочь, солнышко мое. She said that she understood that no matter how people treat you, you have to treat them with kindness, and you always have to treat them the same positive way, no matter how they are. Anyone else? If you could please videotape the people who are speaking. Thank you. She doesn't want to be videotaped. Я хочу сказать, что, не знаю, вот, насколько я поняла, но для меня было очень важно вот, работа с нашей ancestry light, с нашими предками. И вот тот ритуал, который мы проделали вчера на природе, очень для меня был сильным. И это было действительно, я сейчас именно в то время, в это время я работаю со своими предками, и это было очень powerful, I have to admit. Так что спасибо большое, да. Working with her ancestor was the most powerful experience for her yesterday in nature. She had huge awakenings during that time. Yes. Thank you, Katya. Thank you for opening. It's very important. Thank you. And I maybe want to continue on this theme because... Oh, okay, по-русски сначала. Вчера для меня тоже очень важно было, потому что я чувствовала, что Ладомира как будто говорит обо мне. Все то, что я не делаю, могла бы делать для себя, для своего тела, для того, чтобы быть более радостной. Мы все это забываем и не делаем. И это было как пробуждение, ну, я знала раньше, но это было просто нельзя больше так идти по этой дороге к нашей смерти. Так нельзя идти, нужно что-то изменить. She said that. For her, she realized that the practices, the things that we did here were awakenings, that she needs to do more of them, mm-hmm. that she hasn't been doing enough of them. And I don't want to go like this to my dad. She doesn't want to go to her dad. The like same this. Way, yeah. Это бессон, Лариса. Если у вас будет группа, которую вы будете понимать, вы об этом сами не забудете. If you have a people, two people with you that you trust that you do this with, you won't forget about it. Пожалуйста, дорогие, запомните. Помните, вчера было сказано очень важная информация. У нас есть три силы. Одна тягловая, другая толчковая. Помните? Remember, yesterday we talked about there are three powers, three forces. One that pulls us, это one учитель. That pushes us. Другая, да, он тянет. Толчковая – это те люди, которым мы помогаем. Это наша группа. The one that pushes us is the people that we're helping. Our community. А третья сила – это наша дисциплина духовных практик. The third power is our discipline of our spiritual practice. И вот я вам признаюсь своей молитвой, мои дорогие. I will tell you about my prayer. Моя молитва сейчас. My prayer today. Хоть бы никто из нас об этом не забыл. May none of us forget about this. Потому что сейчас мы вместе поднимаемся на очень высокий эмоциональный уровень. Because now together we're going up to a very high emotional state. На которых молитва огромной силой обладает. Where a power of prayer is very strong. Но никто из нас не застрахован от того, что мы упадем вниз. But nobody has insurance of falling down. Если у нас не будет этих трех сил. If we don't have those three powers. Мы упадем вниз. We will fall down. И нам нужно держаться всеми силами. And we have to hold on with all of our strength. Друг за друга. To each other. Запоминать, записывать все практики. To write down and to remember all the practices. Да. Допустим, медитацию на Шри-Янтре. For example, the meditation on Шри-Янтре. Это очищение ума сильнейшее. It's clearing, cleaning of the mind, most powerful way. Пожалуйста, медитируйте 10 минут в день. Please meditate on it 10 minutes a day. Просто, но очень сильно. Very simple, but very powerful. Читайте о шаманском беге в нашем журнале.
read about the shamanic run in the news, in the magazines, исцелять органы, which can heal organs. Yeah. Internal organs. И как можно чаще задавайте себе вопрос. And as often as you can, ask yourself. Если мне осталось 3 дня жизни. What if there's only 3 days for me to live? Я бы left этим занимался. What would I be doing this? Да, это шаманский метод спрашивать совет у смерти. This is the shamanic method of asking your death for opinion. Поэтому дай нам с вами Бог, дорогие. So may God be with us. Держаться друг за друга. To hold on to each other. За учителя. To the teacher. И за помощь людям. And to help people. Но мы еще не все сказали. We haven't said all yet. Кто еще хочет сказать? Who else wants to share, please? Что я получила за эти дни? What have you received during these days? Well, one thing that I've learned through all the practices, time and time again, is that what we think and what we believe. Одна вещь, которую он понял во время этих практик, is what we create in our lives, and then what we create in our lives is what we often become. В нашей жизни, и то, что мы создадим, мы станем этим. And the practices allow us to change our karma and the manifestations in our lives, which is so powerful. Yes. И достичь новых целей в нашей жизни, что так ценно. What requires practice? Which practice? All the practices. Yeah. Все практики. Очень мощные. Bill, possible I'm little explain your experience, okay? She wants to talk about his experience. По-английски? Because then we meet each other with Bill in wonderful place in Patty Turner in Colorado, Colorado Springs. Первый раз она встретилась с ним в Colorado Springs. And all time after we creation circle and meditation circle. И после создания круга медитации Билл падал в обморок. Он падал в обморок. Билл Да, потому что уровень энергии был настолько сильный. А Билл был таким открытым. Что его просто не держали на ногах. Последние минуты медитации это была такая. Final meditation, slipping away. Да, но вот сейчас я вижу, как изменился Билл за это время. But now she sees how Bill has changed in this time. Мы сняли с ним. Он был инициатором многих видеофильмов, которые у меня на YouTube. He was the initiator of many movies that she has created. Да, и Билл сохраняет эту энергию. And Bill holds this energy. Огромные изменения за это время. And huge transformation for this time. Поэтому, пожалуйста, верьте его словам. I could earth sky for 3 months every day. Итак, что еще? Самое значимое за эти двое суток. Представьте, мне кажется, мы уже неделю вместе. За эти двое последних суток, что мы получили? Who else wants to say what you received in the last 2 days? Я могу сказать, что я... Okay, my English or Russian? English. Okay, I can say that I got really close to my soul, to the Kalki, to the teacher, especially yesterday night. I felt that I completely transformed. I was a serious star, and I saw myself asking the teacher to take me with, and I completely realized why I'm here, and I'm so happy that I really found this person who can get me back home. I'm like, it's a miracle. I'm just like really happy about that. Она сказала, что за эти дни
особенно вчера вечером, она на самом деле почувствовала большую близость к учителю и почувствовала, что она оттуда, и она очень рада, что она с ним соединилась. На самом деле произошло. Мои дорогие, я хочу усилить слова Наташи. My dear ones, I want to strengthen the words of Natasha. И хочу поздравить еще раз каждого из вас в последней медитации, которую мы сделали под звездами. And congratulate you with the meditation, the last one that we did under the stars. Потому что это была не сказка, это было шаманское путешествие на вашу звезду. Because it wasn't a fairy tale, it was a journey to your star. Которую вы получили вашего ангела-хранителя. Where you received your вспомнили. Your guardian angel, you remembered. Вы вспомнили свой шанс. You remembered your chance. Почему мы стоим в одном кругу? And why we stand in one circle? Нас позвали. Because we were called. Для того, чтобы мы могли вспомнить. So that we can remember. И это вовсе не значит, что вы кому-то что-то должны сейчас. And this doesn't mean at all that you owe anything to anyone. Это шанс использовать этот трамплин в своей жизни. This is a chance to use the trampoline that you've been given in this life. Это не значит, что вы не должны пользоваться силой других направлений, других учителей. It doesn't mean that you can't use the energies and strengths of other teachers. Это значит, что вам нужно чувствовать то, что вам ближе. It means you need to feel whatever's closest to you. Принимать эту силу. To receive it. И практиковать ее. To practice it. Потому что все учителя на Земле существуют. Because every teacher exists on the earth. Только для того, чтобы дать нам практику. Only to give us practice. И если мы ничего не делаем. And if we don't do anything. И говорим, я ученик. And we say, Далай-ламы, или там Лао-цзы, или Христа. I'm a student of Далай-ламы. Почему? Ну, мне потому, что так нравится, он большую аудиторию собирает. Well, just because I like it, because a lot of people show up. А как ты его учишься? And how are you studying? Я ученик Амы. Ама. Oh, I'm a teacher of Ама. А как ты у нее учишься? And how do you learn from Ама? Я прихожу, мне один раз она меня обнимает. I come by, and one time she hugged me. Я даже... Я сама обнимаю тоже. Я люблю Аму, честное слово. I love her too. Я не смеюсь над Амой, я смеюсь над идеей ученичества, которые люди думают, я буду спать дальше, меня Ама один раз в год обнимет, и все с меня произойдет. She's laughing at the idea of a student that thinks that once a year I go and get hugged by Ама, and that's all I need. She adores Ама. He's on his development. Она великолепна. No, I'm talking about the, you know, мы все на разных уровнях. Может быть, тот студент еще не готов. Спасибо, моя хорошая. Поэтому существует понимание. She said we're all at different levels. Мы здесь получаем эту энергию. Some students have a different understanding, and we're here to receive energy. And how are we going to use this energy? Сможем ли мы реализовать эти практики? Can we realize these practices? Что смогли, Господи? May God give us the strength to do it. Please. А я всю группу буду собирать, если кто хочет ко мне приезжать по пятницам вечером, 7 вечера. Подойдите, спросите мой адрес. Где ты живешь? В Вествуде. She lives in Weston. She's going to be collecting a group of people to do a practice every Friday. So if you're interested, please go up to her and give her your phone number or email, and we'll collect. Понимаете, у нас уже сейчас образуются группы духовные, как маленькие семьи, в которых мы можем поддерживать друг друга. You see already in this moment we're putting together little groups of families that are coming together. Да, вот Билл приглашает на осень на семинар вместе с Лилель. Билл is inviting us to a seminar with Лилель in the fall. Where? Yeah? Colorado. Colorado. Very well. Еще один человек имеет возможность сказать, что он получил за два дня. Она хотела. Thank you. It's very simple. I think for me, when I met you in San Francisco, we talked about me giving. Очень просто, когда мы встретились в Сан-Франциско, она рассказывала, что она все дает too much. И дает слишком много. So I think this has been really good for me to learn how to let go. И это было очень хорошо для нее научиться как отпустить себя и получать.
And also that, I'm a therapist, so I don't know if everybody knows that, but just holding on to, I've been holding on to that energy from people and just learning to let that go and be with my own self. Она терапевт, и она держит энергию много ее клиентов, и она научилась, как ее отпустить. Сабит! Чтобы не брать на себя. Спасибо. Мои дорогие, и я поздравляю всех нас с тем, что сейчас у нас будет лекция о том, как мы можем использовать свою самую сильную энергию в жизни. She wants to congratulate us because we're about to have a lecture where we're about to learn how to use the most powerful energy. Это сексуальная энергия. It is the sexual Это energy. Наше море наслаждения. It is the sea of pleasure. Сейчас мы посмотрим, как вы ее реализуете в своей судьбе. Готовьте ручки и строчки, садитесь удобно.